Дмитрий попробует, значит, так сказать, еще раз. Нет, пожалуйста. Я вперед даешь за родину, за партию. Я люблю это послушать. Значит, все так. Давайте вернемся к антикризисному плану и поддержке сельского хозяйства, которое вот у нас тут сидят бойцы, которые знают это все в табличке Excel. Наше любимое государство продает наше электричество в Китай за 46 копеек. Наше любимое государство продает наше электричество нашим сельхозпроизводителям за 6 рублей. Наше любимое государство в программу поддержки сельского хозяйства включило 50 миллиардов рублей. Одна докапитализация Роснефти 1 триллион рублей. На всю отрасль 50 миллиардов. И на одну компанию 1 триллион. Именно поэтому на дачи-то все и уходят, ты вот, пойми. Простите, когда мы начинаем бла-бла-бла рассказывать, мы говорим, давайте вперед даешь. Есть цифры, и вот от них надо отталкиваться. Понятно. А вперед за родину, за партию, нет, это все я понял, значит, разбавили, удалось вам разбавить.